Пятая глава книги Неемии. «И сделался большой ропот в народе, и ужен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: «Нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы достать хлеб и кормиться и жить». Были и такие, которые говорили: «Поля свои, виноградники свои и дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Были и такие, которые говорили: «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы. И некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других». Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось. Я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: «Вы берете лихву с братьев своих». И созвал я против них большое собрание и сказал им: «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам?» Они молчали и не находили ответа. И сказал я: «Нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношений от народа врагов наших? И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их». И сказали они: «Возвратим, и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь». И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: «Так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и тогда будет у него вытрясено и пусто». И сказала все собрание: «Аминь». И прославили Бога, и народ выполнил слово сие. Еще с того дня, как определен я был области начальником их в земле иудейской, от 20-го года до 32-го года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба области начальнического. А прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. При этом работы на стене это я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день: один бык, 6 отборных овец, и птицы приготовлялось у меня, и в 10 дней сдерживалось множество всякого вина, и при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе этом. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего».